Всем привет, дорогие друзья, с вами Санёк, и мы продолжаем играть в World of Tanks. Вышла уже давно World of Tanks 1.0, просто у меня все не было времени записать. Вот, появился даже X5 сегодняшнего дня. Я не знаю, что за событие такое, просто появился, и я этому уже рад. У меня появилось два новых танчика, Леопард немецкий, я его выкачал. И еще появился танк, который выдавался за марки, американский танк третьего уровня, да, МТЛС 1G14. Вот. Вот. Ну что ж, сначала давайте оценим, какая графика стала, какой стал ангар. Это просто красота. Какие звуки в ангаре. Ну, это уже все давно оценили. Поэтому давайте играть сразу в бой. Так. Давай, закидывай. X5 это хорошо. Седьмым попали. Ой. Так, ну погнали. Попробуем поиграть на Леопарде. Да, плохо знаю. Еще плохо играю на ЛТ. Плохо знаю, куда вставать, как светить. Да и карта. На мой взгляд, карта еще не очень. Может поехать туда, куда тяжи, и подсветить им заодно. Давайте попробуем. Один. Надо было взять для разогрева КВ-2. Там уже Е-25 получает. Может попробовать помочь. О, хорошо. Пока он меня не видит, хорошо. Ну и он из виду скрылся. Сейчас, может быть, мы его подсветим. Так, это за холмиком. Вот. Шкода. Они все за холмом. Плохо. Плохо, плохо. Все очень плохо.
Давайте мы вот сюда вот встанем. Думаю, не подсветит. Ага, не подсветит. О, попали. Уходим. Все, все, меня тут не было, меня тут не было. Все. Ничего бы его взорвали. Пардон, башня. О! Это смотрите, куда башня отлетела. Да. Плохо сыграли на леопарде. Плохо. Сглупил я, не надо было ехать туда. Самое пепло. Так, давайте на КВ-2, да, для разогрева. Потом на новом танчике сыграем еще. На этом, на американце. Прошу прощения. Так. Роддом. Давай, закидывай. Карелия. О, господи, я опять забыл чат отключить. Сейчас, куда мы там... А, в скалу. Простите, ребята, я опять забыл чат отключить. Все время бываю. Все время забываю отключить чат. О, меня бы оттолкнули. Вот как не устаю, внимание, внимание, писать вот эти внимание на квадрат. Что писать, если там никого нет? О! Но он просто близко. Ой, я его еще и танканул. Смотрите. Так, все, 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 я понял. Я понял, понял, ухожу. Артиллерия. Самый важный член экипажа у КВ-2. Это заряжающий и наводчик. Мне так кажется. Да может не только мне. Вот сейчас ИС выйдет. Ноликов 2. Получит от меня. Привет. Так, ну выйдите кто-нибудь. Выйдите кто-нибудь. Я и так почти убитый. Давайте по кому-нибудь выстрелю. Нет, они не выйдут. Видите, союзники уже идут за ними. Артиллерии им в помощь, нашим врагам в помощь, короче. Во-во-во!
О, я даже сплэш никого не зацепил, походу. Так, вот это сейчас за мной придут и меня убьют. Там еще и Уи едет. В общем, полный концерт. Полный оркестр там. Угу. И хочет меня развести. Но вот тик не промаж. Дайте-ка я пока командира починю. Вот так вот. Не, они, к сожалению, не идут. Они это боятся. Давайте-ка мы их тут подождем. Мне кажется, они все-таки пойдут. Но Уита точно может выйти. Ты откуда? А вот. Видите, что я и говорил, Уи уже ползет. Нет, не ползет. Тигр назад, они сейчас тебя там разберут. Там же Уи. Да, они сейчас Уи сами разберут. Я думаю, можно, в принципе, ехать. Потому что... Они их уже подразбирают тут. Да, можно ехать. Там и запасно, только КВ-2 осталось. Они его сейчас тоже быстренько. Ага. Черт. Думал, он не вы... Не, он ждал меня, он знал, что я выйду, и ждал. Ой. Да, что-то бои пока не очень. Бои пока не очень, ребята, бои пока не очень. Давайте на американцы. Я играл, потел и получил этот танчик американский. Ну, там особо-то пота никакого и не было. Просто мы с Храбраном 2015 хотели выяснить, кто из нас быстрее марки соберет. Вот, собственно, в чем весь пот заключался. Ну, я его обогнал просто ему там некоторое время, ну, короче, я некогда было играть, за счет этого я его и обогнал. Он 2 дня не смог зайти, а пока там эти 2 дня были, я его и обогнал. Так, на горку поехать, убьют. Ай! Это кто? Чё, охренели? Кто меня с такого? Простите, ребят, ну кто мне боеукладку сломал? Только с базы выехал, уже бы и... Моей укладки нет, это союзник 100%. Плохая была идея. Надо на маяк тут, там. Маяка-то. Проблемы. Ай, хитрые создания. Так, он специально. Ну все. Короче, надо попробовать маяк зачистить. Тут и не маяк, вот этот вот. Пригорочку. Я думаю, что это союзник, ребят. Больше как бы некому. Он, походу, меня видит.
И он меня не пробил. Я его не пробил. Так, то есть этот танчик еще не пробивает, плохо пробивает себе подобных, ясно. Ясно. Надо на ПЗУ. Так. Стоим, стоим. Вот все. А! Какого? Кто? Не, я еще без. Я без ремки, в общем, ясно. Ясно все. Он из-за бизнеса что-то меня разберет тут. Вот он, вот он. Теперь. Блин, он меня. А, нет, это не он. Ну, ребят, не обижайтесь, но лично мне этот танчик как-то не очень. Как-то не очень. Может, я плохо играю, может... О! На Леопарде и на КВ2 победили. Хорошее начало. Сейчас, секунду. А, немножко это. Все нормально. Так, все. Все нормально. Так, давайте мы тогда вот так сразу сделаем. Танк с X2 у нас. Какие еще? Давайте попробуем на самых... На ИСах третьих. То есть на ИСе третьем попробуем. Мне на нем... X2 сбить, X5 тоже надо. Пусть и хорошая. Малиновка, все, ничего хорошего. Помрем тут. На Малиновке. Малиновкой. То это плохо. На Малиновке нам будет туго, ребята. Может быть и нет, может быть и да. Это ж Малиновка, никто ничего не знает. Прошу прощения. Прощения, граждане, союзники, все, я готов. Так, ну что, куда? Выход один. Вперед. Я по центру не поеду. У меня может плохая статистика, но не настолько плохая статистика, чтобы ехать по центру на Малиновке. Что там меня просто уничтожат. Нас зарубут. Поэтому поедем так боком. Будем надеяться, что у кого-то... Есть лампочка, что я чувствую, если что, предупредят. Пусть вот, и потом мне интересно, надо посмотреть, кто мне все-таки боекорпус-то выбил. Не выбил, а зацепил. Так, надо к их базе потихоньку продвигаться. Надо, наверное, лесом, чтобы меньше это попадать по их круг. Обзоры и нормально пострелять, чтобы может. Надо желательно бы одного убить, пострелять нормально. Чтобы побольше опыта сорвать. Мне до объекта 257, всего 7000 опыта не хватает, по-моему. Так, пока у нас счет нулевой, 0-0. Это хорошо. То, что за нас никто не умер. И плохо то, что не умерли враги. Так, будем держаться с самого края. Может, так меньше вероятность, что нас засветит. Хотя это же Малиновка тут. Ничем нельзя быть уверенным.
И меньше. Я держусь с самого края. Если заметят меня, то не должны будут заметить меня. Твой меня, АМХ, что несу-то. Плохо, один уже умер. Второй. О, одного имени... А, 2-2. Ага, попробую сейчас. Подожди. Т-34-1? Это... Я не знал, что есть такой. Ай, прости, прости, имени, прости. Твой имени, АМХ, господи. Ой, мне уже что-то одни мили в голове вот эти. У них башня бронированная, их пробить везде трудно будет. Если только пушку. Ну артиллерия, ну что? Ну вот. У нас равно еще и ХП, а. Арта сейчас меня просто убьет здесь. Надо въехать только куда? У Эмиля башня бронирована, ему если только в этот. О! Подожди. В борт лежит, его. Но. Может он сейчас будет кончиком башни, я попробую попасть. Лев. А, все, Эмиля мы убили. За львом! За львом! Ой, танкую. Танкую кого-то чем-то. Так, плохо, мне француз мешает. Не мешает француз. Ай, ай. Ну вот артиллерия, чем я тебе мешаю? Чё ты на меня-то фокусишься? Так, подожди. Кого-то там, я льва там канул. Надо сваливать отсюда. Надо сваливать. Ты, хорэ, чё меня-то? Ай, лев, чё меня-то бьёшь? А та меня нашла. Без лампочки-то... Ну всё. Всё. А откуда меня убил? Кто меня убил? Мне вовек не. Ну, кто меня убил, то я знаю. Лев меня убил. Он под... Он бронебойно под калиберным стрелял. Лев. Кто меня, откуда он меня убил, мне вовек не узнать. Ну, примерно он тут стоял, вот тут. Вот тут он стоял, может отсюда и убил. Ладно, ребята, давайте тащите. А мы в другой бой пойдем. Так, вот, давайте-ка еще посмотрим. Чё... А, нет. Вот. Компенсация за урон от союзников. Я так и знал. Я так и знал, что именно союзник меня, мягко говоря, в спину долбанул. Скоро. Мне осталось, видите, всего 6000 даже. Скоро я получу танчик. Так, давайте еще сыграем на американца. Потом на леопарде. Еще раз, чтобы бой был хоть нормальный. Музычка вообще высший класс.
Так. Ребята, в принципе, они могут поехать вправо или... Нет, наверное, лучше, знаете, всего поджидать вот справа, потому что они вот отсюда снизу попрут и все. И будет куча их. Вот это вот, берегом. Вот. А куда вторая... Второй снаряд полетел? О, господи. Теперь ждем. Тьфу ты. Господи. Да... Чё меня-то бить? Ладно, за камень. Скроемся там. Да... Да ну... Ребята, контрольте вы вон того, а! Почему снаряд второй-то не долетает, я не могу понять. У меня 3 хп осталось. Так, подождите. Вот если этот ПЗ или СУ 85 бы выйдут, я был бы очень рад. С того берега вроде всех подряд. Вот, вот надо тут стеречь. Почему другая пуля не попадает? Я не знаю, кто попадает, кто нет. Никто из них, наверное, сюда не выйдет. Что не... О! Вот сейчас одна не попала, вторая попала. Ну, вот, вот. Ну, может этот танчик не так и плохо. А вторая это... О! Два фрага. Ладно, ребят, беру свои слова обратно. Танчик... Танчик-то может... И плоховатый. Ну, не очень плохой. Но геймплей не уверен. Интересно, две пульки. Надо просто к нему привыкнуть. Ну, тут 7-5 выиграем. И два фрага сделали, и, наверное, в расчете даже получим, потому что он убил меня, и я убил его. Причем одновременно. Ладно, танчик нормальный. Извини, танчик, то, что тебя обижал. Так, что, встретить еще в бою? В бою. Так. Давайте, ребят, сыграем мы с вами на леопарде еще. Потому что я хочу хоть более-менее нормальный бой вам продемонстрировать на нем. Я даже... О! Есть! Сейчас себе... Ну все, уже я не успел. Есть, там победили на ИС-3. Молодцы, молодцы, ребята, затащили. Ух ты. Ладно, а тут, в принципе, посветить даже можно. Понимаете, ребята, мне в чем беда? Я, если пытаюсь светить, то выходит куча дамаги, а если пытаюсь наносить куча дамаги, выходит в хорошей позиции для света. Поэтому вот так вот. Я ЛБЗ на ЛТ выполнить пытаюсь. Но пока не получается, но зато уже полностью выполнил ЛБЗ на СТ и на ТТ. Так. Ага. Это то есть... Вот куда, да? Вас ой. Или это не та карта, подождите. А, нет, та. И вот сейчас мы вот знаете, как сделаем? Попробуем. Попробуем. Так, где-то тут кустик был. Вот этот замечательный кустик. Маленький. Если его никто не догадается занять, займу я. И по сути, всех, кто будет выезжать, я буду подсвечивать. По сути дела. Вот. Попробуем вот так. В принципе, меня обзора-то вполне хватает.
Или пониже даже спуститься. О! А, его засветил не я там. Вот, вот да, либо там. Да, наверное, стоило ехать туда. Вот и не угадаешь. О, обнаружил ИСа. Давайте. Поясу-то, ну. Чё, я его один, что ли? Ну, подержите огнём поясу-то, ну. Не, в башенку ему целится. Ну, элементарно. Я свечу, а никто не стреляет. И спрашивается, зачем я свечу? А, попал кто-то. Спасибо тому, кто попал. Так, ребята, так, попробуем. Попробуем. Да, там-то. А, нет, там уже все прорвали. Там все в городе. Т-3-4-1. Опять. Так. Там уже пить прорывается. Хорошо я сделал, что туда не поехал. Но я, видите, опять. Как бы. Вот, сейчас сюда встану. Тут вот а, меньше стоять. То есть подальше смотреть буду. Трубы, маскировочная сеть, помогайте. Наверное, уже никто не выйдет, и надо туда ехать, в город. Да, скорее всего. Ой, ё-моё! Меня сейчас убьют. Нафиг тут. Если кто-нибудь каким-нибудь чудом... Ну, такое чудо тоже сгодится. Так, сваливаем за камень. О, он мажет. Да. Ой, ё-моё, еще и оттуда-то. А. Союзники, ну вы куда все делись-то? Отлично. Так, пытаемся. Барабан. Валить надо, валить из района. А, нет, не свалили из района. КВ-1 добил. Я думаю, за камень спрячется, он промажет. Надо было ехать за дом, вот там он промажет. Но я плохо думаю в стрессовых ситуациях. Блин, я думал, хоть посвечу нормально, не? Надо. Ну, теперь буду знать, что туда редко кто ездит, и туда лучше не пытаться. Просто всегда ехал. Всегда ехал вот сюда, а в этот раз не поехал. Ну, союзники молодцы. Помогли мне выпуститься хоть немного. Мне хоть... А, мне есть инфраг, да. Союзники молодцы, помогли мне хоть немного выпутаться. Чтобы пока они там другого добивают. Я убил другого. Если бы я съехал за дом, может даже КВ-1 бы убил. Может быть. Знак гласности третьей степени в расчете и третьей степени бронебойщик. Ой, да, бронебойщик и в расчете. Вот плюс этого танка в том, то что с ним, когда на нем играешь, можно получить медальку в расчете. 1890, да, с X5. 2000 почти. Ну, плохо сыграл. Если третьим, признаю. Но все равно. Скоро уже. Скоро. 5000 примерно, да?
Даже 4. О. У меня есть свой план. Как, так сказать, прийти к объекту 257, и у меня пока план мой срабатывает. Давайте на КВ-13 сыграем. В принципе, хорошо попали. Ну, относительно. Так, у нас... Ладно, погнали. Куда только. Ну, музычка, давай, переключайся. Так. Так. Предлагаю поехать за тяжелыми танками. Потому что где тяжелые танки, там всегда много хп. А где много хп для нас, там много дамаги. Потому что у нас что? Фугасница. А фугасницы... Все нипочем. Так, куда они все круто? Ну. А кто это уже с нашим халкатом? Так, это, разобрался. Понятно. Кто? Понятно. Ой. Мне 25, будь она неладно. А да, бронебойно подкалиберным стреляла, вообще жесть. Давай, Хелкат. Или Хелкат. Как там его правильно? Промазал. Печально. Ребята, там лев. Ром по разведданным поиску третьему. Он, лев, походу, сюда идет. Так, ну-ка вылезайте. Ну так, все, блин, и туда не пойдешь, и туда. Ты чё я мажу-то? Серьезно, а? Сколько? Сколько? Я вот я попал или нет, я не понял. Вроде я не попал ничего. Ёбаный. Да. Короче, поехал я за львом. Помирать так с музыкой. Ставим 62 там у меня сбоку. Лев, короче, я ко льву. Не, даже не попал. Плохо. Плохо сыграл. Вообще ничего. Вообще ничего не удалось сделать. Вообще ничего. На леопарде проиграли, но попали в топ-опыт. И в топ 10 получили марки 2 штуки. О! Я могу леопарда элитным походу делать. Сейчас. Да, погодите. Сейчас сделаем. Ну, попробуем. А, нет. Подождите, могу. Из них 0 свободно, все правильно. Все.
Леопард стал элитной машиной. О, как хорошо. Кстати, надо будет потом, может, поиграть, сделать запись. Играем на элитной технике. У меня все танки элитные, ну, кроме 63-го, естественно. И штука. Штук у меня пока не элитный. Кстати, а... Ну, я могу там выкатить, но... Я не хочу тратить свободный опыт, у меня уже почти 6000, чтобы объект 257 купить быстрее. Так, ну давайте на штуки сыграем, и тогда, наверное, закончим над этим. После этого, наверное, закончим. Перевал. У них что, один тяжелый танк, что ли? Да, у них один тяжелый танк. Поеду вон туда. Ну, то есть как бы... Так, поеду вон туда. Думаю, туда... Там тоже будет много чего. Правда, задание я не выполню. Даже если нанесу я 1000 урона, где вероятность, что я убью этого единственного тяжелого танка? Там... А, ну... Ну, в принципе... Сейчас раз сама... фу... Ну да, сейчас Росомаха выйдет. Мажу! Черт, промазал. Леопард. Тоже, кстати, хорошая цель для моих фугасов. Сейчас, ну, блин. Так, штук. Ну-ка, не это, не обижай меня. Не расстраивай, пожалуйста. Так, ребята, я тут для кого стою? Ну-ка это, все под меня выезжаем, ага. Так, давай, Леопард. Ну, не стали меня ехать к тебе. Ай, не мой туда удовольствие, еду с тобой. Что вероятно, что видите, не угадать то куда они все поедут. Обнаружил PS4. А как еще? Ну поворачивай ты все, наверное, сейчас меня... Ага, я промазываю, меня убили. Нет, ребят, надо будет бой сейчас на другой машинке сыграть. Это два плохих боя подряд, это...
это никуда не годится. Таким делом завершать ничего нельзя. Там, наверное, сейчас просто в титановый минус ушли. Огромнейший. 5000. Не так уж и много. Давайте, кстати, на нем и сыграем. Должны же мы отыграться. Вот сейчас сыграем, чтобы хороший бой был. Хотя бы с дамагом и закончим. Сейчас, подождите. Так, что у меня? Подождите, что у меня? Не то. Сейчас, секунду. Во! Это какой-то люк был небольшой. Монастырь, но я думаю, нам удастся чего-то сделать. Так, игра, ты меня не пугай. Так, тормози, тормози, тормози. Ребят, вот это вообще из ряда вон. Я нажимал назад, он меня не слушал. Сегодня какие-то ржачные бои, комические бои получаются. Давайте на тигре хоть отыграемся и все. А то у меня игра уж глючит что-то. Я давлю на газ, он не тормозит. Поеду, все нормально будет, а я со всей его маху и в озеро топиться, как рта вот, господи. Я говорю, я нажимал назад, он не едет, не ехал. Так, все, хоть пусть тигр нас не подведет и даст более-менее нормальный бой. Так. Я не поставил ускоренное обучение. Ладно, потом поставлю. Так, я не туда приехал. А, это, да, я на горочку. Я на горочку, а мне во вход надо, ребят. Все. Все, мне уже. Полный бред намечаете. Поеду так, что мне делать. О, вообще. На уни нарваться и. Ребят, надо вообще заканчивать это и с
все равно я уже тут с позором стою, потому что я на японца нарвался. Только я так вот умею нарваться на японца и все. И лучше уж туда поеду. Японцам мне тягаться не получится. Ну-ка, вот сюда. КВ-1. А японец за... А, это УИ, а не УИ. Ну, может там... Ну, без разницы, короче. Все равно тяжело пробить всех. О, ФВ-402. Дал. Правда, я светил после этого, ну ладно. Так, подождите. Он уехал. Чем ты уехал? А, все, я вижу. Еще раз выйдет, сейчас будет все нормально. Если он выйдет. Т-4-85, я ему башу куда. Но он не выйдет. И КВ-2 даже отсюда свалил. Да, свалил. Угу. В общем, либо мне тут стоять. Ага, он... Ну, ё-моё, ну что же... Напасть-то... Ну все. Все, короче, ребята, поиграли. Опять! То хватит мне наводчиков все время... Все. В общем, нанес 172 дамага и на этом закончу. Последние три боя из ряда вон плохо. Вот. Ха, на КВ-13 затащили. Правда, наверное, в минус ушли. Ага. Ну ладно. Все равно мне тут осталось все. Так. Чуть зря я нажал на серебро. Все равно осталось всего ничего до 8 миллионов. Потом наберу. Так. Вот он такой вот. Нет. Вот так вот. Ну что ж, дорогие друзья, всем до свидания. С вами был Санёк. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока.